Борную кислоту в качестве подкормки оценили уже очень многие дачники. Ее можно найти в любой аптеке или в любом садоводческом магазине. Она стоит сущие копейки и обеспечивает потрясающий эффект. Она спасает от вредителей и болезней, стимулирует цветение, опыление, формирование завязей и развитие плодов. Особенно мощный эффект борная кислота демонстрирует на огурчиках. В середине июля очень важно обработать кусты огурцов, чтобы дать растениям силы плодоносить как можно дольше, завязывать как можно больше плодов и радовать дачника очень вкусными и хрустящими огурчиками. В середине июля можно использовать два способа обработки растений борной кислотой. Первый способ. Берем 2 грамма борной кислоты, 1 стакан теплой воды, 2-3 кристаллика марганцовки, 3 ложки молока и 30-40 капель йода. Все это тщательно смешиваем и разводим в ведре воды. Полученный раствор заливаем в опрыскиватель и обрабатываем по листу и стеблям максимально тщательно. Второй способ используется больше для укрепления корневой системы растения. Берем одно ведро чистой и отстойной воды, разводим в нем 8 граммов борной кислоты и добавляем 4-5 капель йода. Тщательно перемешиваем и поливаем растение непосредственно под корень. Такая подкормка даст корням возможность получить все необходимые микроэлементы, укрепиться и защититься от самых разных болячек и корневых вредителей. Борная кислота помогает новым завязям не опадать, не сохнуть и не вянуть, из-за чего урожайность будет просто фантастической.